комплексное развитие Вилючинска – это наш один из приоритетов. Целый ряд решений по благоустройству уже принят. Это и реализация проекта, который получил, так скажем, поддержку на уровне национального проекта «Центральный проспект» и пошел в список победителей в 2020 году. Это решение вопроса по сносу расселенных домов, которые годами тянется, и по которым я еще раз получил подтверждение, что в ближайшее время это будет решено. Это вопросы газификации Вилючинска, которые у нас немножко в задний ящик были отложены, немножко с повестки ушли, которые нам нужно возвращать. Здесь тоже понимание есть.